Согласился побеседовать центральный нападающий ШОР номер один Борисов Александр. Саша, привет. Здравствуйте. Как тебе сегодняшняя встреча и пару слов про соперника? Ну, соперник был явно не подготовлен к такой атаке. Мы с самых первых минут начали их давить по указке тренера. Мы, естественно, сами готовились к этой игре всю эту неделю. Тренера нас усердно заставляли работать и понесли мы свои плоды. Замечательно. Очень уверенно себя чувствуешь на прасывании. Много уделяешь этому времени на тренировках? На тренировках почти этим не занимаюсь. И просто, видимо, с рождения так получилось. Сразу бросается в глаза то, что хорошо справляешься со своими габаритами. Работаешь как-то над этим моментом на занятиях по общей физической подготовке? Да, естественно, работаю. Всегда нужно работать при любых возможностях, чтобы расти, расти, еще раз расти и добиваться больших успехов. Все реже и реже увидишь нападающего с однозначным номером. Почему именно четверка? И как долго под ней играешь? Второй год, наверное. Ну да, второй год. Вот сколько в этом клубе играю, вот столько играю. Четверка, ну, так досталось. Четверка. Большое спасибо. Ну, я напомню всем, что с нами был игрок ШОР номер один Борисов Александр. Саша, с победой вас! И удачной подготовки к следующим играм. Спасибо за интервью. Спасибо большое.